Вот, но я попробую по порядку изложить логику, возможную логику действий. Да? Пресса любит очень категорично всегда все писать. Я бизнесмен, в общем-то, и очень трудно что-то категорично утверждать, потому что за слова нужно за свои отвечать. Да? Вот, значит, ну, цена данной игры была разница между прохождением евро в группу чемпионов 3,5 миллиона евро, просто попадание в еврогруппу. Да? Если там еще какое-то очко заработать, это 400 тысяч. Да? Попадание в Евролигу в группу 2,1 миллиона. Да? Разница составляет 1,4 миллиона. То есть это цена игры с Цюрихом. Ja mēs runājam tagad par spēles cenu, tad ja mēs iekļūtu Champions League grupas turnīrā, tad būtu 3,5 miljoni un tur par katru nopelnīto punktu vēl attiecīga summa. Ja, un attiecīgi iekļūstot Eiropas līgas grupas turnīrā ir 2,1 miljonus. Ja, un tad summas starpība ir 1,4 miljoni. Можно говорить, что мы ну, потенциально не могли обыграть Цюрих, но Батэ вроде тоже потенциально не могли, но обыграли. Рудам свар рунат, как мы потенциально и как не варяем обспелять Цюрих, я бы, и как ари, как спелаем пред Батэ, ари и как потенциально и не варяем обспелять, пред обспелаем. Ну, историю я бы начал, вот оценивая все, так как на всех играх я присутствовал, историю бы начал с игры Венспасы против Дюделанжа, Люксембургского. Savu stāstu es varbūt sāktu ar spēli, kas bija Ventspilī pret Luksemburga Dudelanžu komandu. Мы не забили до 75-й минуты. Mēs neguvām vārtus līdz 75-ai minūtei. Но на 75-й минуте мы забили следующим образом. Воротарь выбил мяч, а Бутрик забил гол другим касанием. Bet 75. Minūtē vārsars izsita bumbu un Butriks ar nākamo pieskarienu guvā. Prasmatrēja tu gru okolo 4 часов pa vremeni, prakručivēja tudā, abrātnā, konkrētna dīstīja igrākā Rinkusa. 4 stundu garumā pētot šīs spēles ierakstu un konkrēti фиксирует свою внимание уз Рита Римка спели. Я 14 лет играл в футбол, поэтому немножко понимаю. У нас 14 года спели футбол, у нас футбола кого сапроту. То за этот период до 75-й минуты было больше 10 неправильных тактико-технических действий и совершенно ошибочных действий, которые не присущи такому профессионалу, как игрок Римкус, который признан многократно лучшим игроком Латвии. Un līdz šai 75. Minūtei bija vairāk nekā 10 momenti, kas bija taktiski un sportiski kļūdaini no Vitas Rimka puses, kuras tādas klases spēlētājs kā Vitas Rimkus nekad nepieļauj. Был один момент, его внимательно можно рассмотреть, когда он не отдал мяч Цигирлашу, который находился в 2 метрах перед воротами, а ударил мяч на другую половину поля. Bija viens moments, kad viņš varēja acīm redzam piespēlēt Cigirlašam, kur varētu dziļāk paanalizēt, kad viņš piespēles vietā izvēlējās izsist bumbu citā virzienā. Ja? Bet Cigirlaš atradās 2 metru attālumā no vārta. Stavki na Līgi čempionov principiāli inī na totalizatori? Likmes čempionu līgā ir pavisam savādāks totalizatori. Stāvieš 10 tisīš na ničiju? Ja tu liec 10 tūkstošu uz nešķirta, получаешь 64 тысячи. Саням 64 тысячи. Для этого нужно сыграть 0-0. Опять Сирьяно спелая результат 0-0. Для этого единственному нападающему Ринкусу надо не забить гол. Для этого издарит, тут двенегаем узбрцаем, посмотрим, где Витц Ринкус, в нем нау ягу стварты. А двум защитникам отличным, Целинших и Качанов, перфектным защитникам, опытным, нужно не пропустить гол. Он дивим лелискаем айсаргем, kas ir Kačanovs un Cilinčeks. Viņam nav jāielaiž. Nu, situācija получилась такова, что случайно гол забили другие игроки. Bet situācija sanāca tāda, ka nejauši citi spēlētāji guvā. После этого Римкус блестяще заиграл. Можно насчитать около 10 прекрасных технических тактико-технических движений, открываний, да, действий с мячом и забил гол.
Pēc tam Rimkus uzreiz sāka spēlēt vienkārši lieliski, ja, un varēja saskaitīt ļoti daudz momentus, kad viņš spēlēja tiešām lieliski un guva vārtus. Вот и мы выиграли 3-0. Un mēs uzvarējām ar rezultātu 3-0. Но футбол это такая вещь, которая, значит, можно садить следователя, который понимает футбол, не понимает футбол, да? Но, в принципе, это работа тренерского совета, дисциплинарной комиссии Латвийской Федерации футбола, которая должна была проанализировать эту игру, может быть, отдельно взятую игру. Но, видно, у нас не было тогда той информации, которую я сейчас говорю. И того анализа, того, который я сейчас говорю. Uz to laiku mums nebija tās analīzes un tās informācijas, kas mums ir tagad, ja? Un tāpēc šis ir vairāk jautājums, kas attiecas uz Latvijas futbola federāciju un uz treneru padomi, kuriem vajadzētu izpētīt, un vajadzēja izpētīt šo te spēli, ja? Un visus šitos momentus. Что касается игр с Батэ последующих, в Люксембурге мы играли прекрасно, все игроки играли, выиграли 3-1, соответственно, все хорошо. Kas attiec uz spēli Luksemburgā, tur mēs spēlējām labi, un tur viss bija kārtībā. Я не знаю, ставили они на нашу победу. Да, я всегда за то, чтобы игроки все ставили на нашу победу. Да. За, только за это. То, если играешь на тотализаторе, ставь за свою команду, ставь на победу. Да. Зарабатывай дополнительные деньги, выкладывайся на поле. Да. Против этого нет никаких возражений. Если только пар то, я спелаю так лек. Лек мы стад левин лек у своего клуба узвар. Лек это узвар, он цинат я спал клуб. Что касается матчей с БТ, нету никаких претензий. Вся команда боролась. И, наверное, все ставки на тотализаторе стояли за наше поражение однозначно. Да? И я не знаю, мы еще не успели выяснить, будем выяснять, какие ставки стояли за наш выигрыш. Да? Я думаю, что там тоже можно было заработать, но опять-таки на нашей победе можно было заработать. Я тоже не против этого. Kas attiec uz spēlēm pret Bateta, tur man nekāda pretenzija nav, tur likmes bija jāsim redzams, jā, un līdz ar to varbūt tur arī varēja nopelnīt kaut ko, jā, bet tur man īpaši pretenzija nav. Далее, что касается игры в Риге, где мы проиграли 0-3, я не думаю, что там тоже было какая-то заинтересованность данных игроков в этом проигрыше. Трудно очень что-то предъявить, все достаточно было корректно, играли, но не повезло, как в футболе бывает, не повезло, и воротарь немножко не очень как бы хорошо сыграл в данной игре. А к Павлову Андрею у меня нет никаких претензий и никаких подозрений. Kas attiec uz spēli Rīgā, kad mēs zaudējām 0-3, tad tur arī man nekād īpaši pretenzija nav, un pret Paulu arī, ja, jo tur bija, teiksim tā, daži neveiksmīgi momenti, kur laikā tika ielaisti vārti. Но только один момент заставил задуматься. Такой опытный защитник, как Целинши, имел желтую карточку в предыдущих играх. Получение еще одной желтой карточки автоматически его выводило из игры в Цюрихе. Но на данный момент мы еще не видели игру Цюрих, поэтому это нарушение, ну, сразу на него обратить внимание тяжело. Его выпустили на 75-й минуте. И буквально через несколько минут он при счете 0-3, когда мы уже проиграли, защитник в центре поля хватает за майку и укладывает швейцарского футболиста. Так мы делаем тогда, когда нам нужно получить желтую карточку и пропустить кому-то игру со слабой командой. Viens moments gan lika šaubīties šajā spēlē pret Cīrihi Rīgā, kuram mēs zaudējām 0-3. Tā ir epizode ar Sašas pieredzējušu aizsarga, Saša Cilinčeka spēli, jo viņš tika izlaists laukumā 75. minūtē, kad jau mēs zaudējām rezultātu 0-3, un viņš laukuma centrā paņem un nogāž Cīrihas spēlētāju un saņem zeltno kartīti. Pie tam viņš zināja, ka viņam jau viena zeltna kartīte ir. Un tad sanāk, ka nākamajā spēlē, nozīmīgajā spēlē izbraukumā pret Cīrihi, viņš nespēlē.